Вот перед зеркалом покажем сейчас просто вот отлично работу именно самоанализом. Вот когда вы один, без тренера, просто вспоминать, что вам говорит. Тут есть такой небольшой прием. Смотрите, ну допустим, давайте с челнока это выполним. Вы пружините, вы наносите удар, и руку не забираете, вы продолжаете двигаться на ногах. И смотрим за деталями, допустим, по кулаку, по локтю, по плечику, по положению головы, по положению правой руки, ногам. Совпадает, так скажем, с корректировками тренера. Раз, ручку забрали, расслабились. Раз, опять так проверили. Вот плюс этой работы, вот это статичностью, когда вот в работе на ногах, пробили и корректируют. Потому что бывает, допустим, ты можешь быстро пробить, классно, да, вот там на лапах, на мешке думаешь. И потом через раз, то хорошо, то плохо, то плохо, то плохо, еще раз, то опять хорошо. То есть нет этого постоянства. Отработать, ты там, допустим, ударил, раз, там смотришь внизу, ага, локоток, так, ага, стой, голова торчит, раз, повернул, плечко вперед, опа, забрал. Опять. Что касается удара справа любого, прямой, боковой, там продолжать прыгать не надо, там надо, наоборот, копаться. То есть воткнули и замерли. То есть пружиним. Все, вас не должно вообще колышить, вот, то есть вы не должны никак дергаться. Все тело должно спазм словить, то есть как на выдохе. И опять смотрим положение ноги, положение бедра, положение плеча. Все, оп, забрали опять. Все. Если вот плюс-минус такая картина, скорее всего, вы двигаетесь, так сказать, в правильном направлении. Что если вас не валит, значит, вы хорошо чувствуете баланс, значит, вы правильно расположили ноги, правильно перенесли вес тела и... Для этого зеркало. Зеркало как второй тренер на тренировке. Поэтому надо смотреть, исправлять и самоанализировать. Это очень важный такой момент. Самоанализ. Смотришь, если не так, как должно быть, если у вас есть какая-то картина. Так вот, смотрите, как боксируют на опытных боксеров. Да, боксом красивый спорт, и должно быть, смотреться красиво. Если токаря выглядит, значит, надо что-то менять и исправлять.